Привет, ребята! Рады видеть вас снова в новом выпуске Godox Lighting Solutions для прямых трансляций. В сегодняшнем видео мы покажем вам, как создать студию для прямой трансляции цифровых продуктов высокого качества. Теперь, когда речь идет о прямых трансляциях, художественное оформление студии очень важно. Вот почему мы выбрали серый фон стены, который идеально сочетается с общим стилем сцены. Мы добавили классную полку для цифровых продуктов и сетку на фоне, чтобы создать правильное настроение. Чтобы добавить глубину и цвет на задний план, мы располагаем CL10 с правой стороны заднего плана в светло-фиолетовом оттенке. Мы также отрегулировали TL30 на светло-голубой цвет и использовали его в качестве заднего света, чтобы создать эффект цифровой технологии. Теперь, чтобы убедиться, что стример выделяется и изображение имеет глубину, мы установили SL150 с софтбоксами SBFV, 3x5 SAT 60 слева и справа. Мы также повесили SL200 с софтбоксом SBFV 35 на 160 сверху, чтобы обеспечить дополнительное освещение для стримера и товаров на столе. И, наконец, мы добавили два SL150 с мягкими коробами QRP90 сверху слева и справа для дополнительного освещения стримера и продукта на столе. Так что вот они, ребята, ключевые компоненты нашего решения для создания студии прямой трансляции цифрового продукта высокого качества. Мы очень надеемся, что это видео было для вас полезным. Поэтому не забудьте нажать на кнопку подписки и оставайтесь с нами для просмотра следующего эпизода. Спасибо за просмотр.